В Карабулаке, впрочем, как и по всей республике, с предстоящими выборами президента Российской Федерации реализуется проект InformWeek, который подразумевает персональное адресное информирование и оповещение избирателей методом поадресного обхода. Обходчики, в свою очередь, будут предоставлять в виде буклетов информацию о предстоящих выборах, информацию о кандидатах, участвующих в выборах. Также в данной информации будет содержаться информация о нахождении избирательного участка, номер телефона, адрес и, соответственно, далее информация. Помимо этого, члены участковых комиссий, так называемые обходчики, расскажут жителям о сроках, доступных способах голосования и вручат приглашение на выборы. Формат «от двери к двери» будут проводить с 17 февраля по 11 марта. Но перед тем, как приступить к работе, каждый специалист обязательно проходит серьезную подготовку. По данному проекту члены участковых избирательных комиссий, участвующие в данном проекте, прошли обучение, закрепив пройденный материал. Тестирование. Обучать обходчиков территориальная избирательная комиссия продолжит и дальше, но уже в очной форме. Запланировано еще две встречи. По сравнению с прошлыми обходами, в этом году члены участковых комиссий будут пользоваться специальным мобильным приложением, в котором отражается последовательность вопросов, а ответы и другие необходимые данные можно будет заносить на панель устройства. В данном мобильном приложении будет также вводиться и корректироваться информация о самих избирателях, то есть фамилия, имя, отчество, место прописки, дальше может быть уточнено. В Карабулаке более 6 тысяч частных домовладений и 38 многоквартирных домов, то есть информаторам нужно оповестить более 16 тысяч человек. Работы участковых комиссий, в которых трудится 44 человека, немало. Хотелось бы еще попросить избирателей, чтобы не препятствовали обходчикам, открывали двери. Сотрудники участковых комиссий будут в специальной экипировке. Их можно будет узнать по значкам на одежде и сумках. Обходчики будут оповещать с 17 до 20 часов вечера в рабочие дни, с 10 утра до 2 часов дня в выходные. Всего по Карабулаку будет функционировать 8 избирательных участков, расположенных в учреждениях культуры и образования. Мадина Цора, Султан Булгучев, Магаз, 24.